В горах Дагестана лавиноопасная. МЧС региона предупреждает, что в период с 6 вечера сегодняшнего дня до 18 часов завтрашнего дня в Цунтинском районе и на Биштинском участке республики выше 1500 метров лавиноопасно. Спасатели просят населения воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. Единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона 112 и 101 со стационарного.